Вот видите, папоротник орляк уже как бы распускается. Ну вот такие вот можно уже собирать. Видите, оп, сламбуется. Вот такая пойдет. Можно собирать на посолку. Можно набрали, принесли, положили в сковороду. Вот. Включили температуру. Как влага испарилась, маслица добавили. Все, папоротник можно кушать. Это папоротник орляк. Видите, как он? Так он как растет.